Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Сегодня будем изучать, как правильно задавать вопрос «Сколько вам лет?» и отвечать на этот вопрос. Сколько вам лет? Sizin yaşınız kaç? Sizin yaşınız kaç? Или другой вариант. Siz kaç yaşındasınız? Давайте медленно немножко. Siz kaç yaşındasınız? И еще сокращенный вариант есть. Yaşınız kaç? Yaş. Это у нас возраст лет. Давайте сначала с вопросами. Как вам известно, мы на улице больше на ты, на вы и про него, про нее задаем вопрос, правильно? Поэтому не хотел ваше время отнимать и написал только эти вопросы. То есть на ты, на вы и ему, ей. То есть про него, про нее. Смотрите, на вы. Первый у нас siz kaç yaşındasınız? Как замечаете, не совпадает этот вопрос с русским, потому что в русском языке мы говорим сколько вам лет, то есть дательный падеж используем, да, вам говорим, а по-турецки вы используем. Получается, по-турецки мы как будто говорим вы в каком возрасте? Такое значение дает. Это у нас первый вариант. Или можем использовать принадлежность. То есть, если знаете, мой, твой, его, наш, ваш, их. Здесь, например, sizin, sizin, то есть ваш, yaşınız, лет, kaç, сколько. Как будто ваш лет, сколько мы говорим. Или сокращенно, то есть я без sizin могу сказать, yaşınız kaç. Хорошо? Так тоже можно. Это получается у нас на вы. А если на ты? Sen вместо siz, уже говорю sen, да? Замечаете, не говорю тебе, а мы говорим ты. Потому что в нашем понятии мы говорим ты в каком возрасте? Sen kaç yaşındasın? Это будут сколько тебе лет? И про него, про нее, да? О kaç yaşında? Видите, я не говорю там она, там и так далее. Он, она. О kaç yaşında? Или как принадлежность? Onun yaşı kaç? Его лет сколько? Ну, дословный перевод, да? А так переводится сколько ему или ей лет. К сожалению, некоторые выражения не совпадают с русским. Нам нужно знать вот эти вопросы. Давайте подробнее. Смотрите. Наш вопрос siz kaç yaşındasınız? Получается siz говорим и потом в конце ставим личное окончание. Окончание siz это сыныз. Siz kaç yaşındasınız? А ответ? Пожалуйста, не забывайте, у нас есть правило. Какой порядок слов в вопросе? Такой же должна быть в ответе. Хорошо? Как задаем вопрос и так отвечаем. Смотрите. Вопрос на вы. Тогда я должен спросить siz. На вы задаю вопрос siz. Ответ будут, конечно, я. Да? Я говорю. А наше вопросительное слово kaç. Сколько? Ну, тогда я число скажу правильно. 20, 30, 40 и так далее. Как замечаете? Какой вопрос, такой ответ. То есть порядок слов одно идет. Siz, ben, kaç, otuz. Yaşında, yaşında должен быть. И так как в вопросе используем личное окончание siz, то есть вы, а в ответе должно быть окончание я. Правильно? Yaşında, yım. Y здесь связка. Это получается ben otuz yaşındayım. Как вопрос и так ответ. Мне 30 лет. Получается, помните, мы что говорили? Мы задаем вопрос, как будто вы в каком возрасте? Ответ тогда что будут? Именно я, то есть не мне, да, я в 30-х годах, то есть годом. Ну, наверное, так будут. Давайте ответы. Здесь склонение идет. Siz kaç yaşındasınız? Сколько вам лет? Это мы уже поняли. Ответы.
Смотрите. Мне 20 лет. Бен, какой из них будут? Как правильно говорить 20? Вот здесь я написал. 20, правильно? Бен 20 яшындайым. Бен 20 яшындайым. Пожалуйста, не забывайте ставить личное окончание в конце. Потому что на улице турки просто 20 яшындайым говорят. То есть без бен говорят. Или сен 40 яшындасын. 40 яшындасын. А как будет 50? Подумайте. Это у нас 50. Значит, о 50 яшында или письменная форма о 50 яшындадыр. А если нам, нам 25 лет, тогда, видите, не нам прям пишу, да, мы пишем. Biz 25 yaşındayız. Siz 43 yaşındasınız. Обратите внимание, в конце всегда личное окончание есть. И последнее. Onlar 56 yaşında или yaşındalar. Это был наш первый вопрос. Давайте. Короткий диалог. Ахмет 18 yaşında mı? Задаю вопрос, да, с вопросительными частицами, мыми. Ахмет 18 yaşında mı? Hayır. Сначала говорю, нет. О 18 yaşında değil. Нет, ему не 18. 19 yaşında. Или о 19 yaşında. А 19 лет. Или вот разговорное выражение. На улице в основном вот так разговариваем. Kaç yaşındasın? Видели, здесь ты нету. Kaç yaşındasın? Тебе сколько лет? 25 yaşındayım. Мне 25. Не? 25 mi? Что? 25 что ли? То есть 25? Evet. Ne oldu? Evet. Ne oldu? На улице турки ne oldu говорят. Может слышали. То есть сокращают. Ne oldu? Что случилось? Harika görünüyorsun. Harika görünüyorsun. Ты выглядишь необыкновенно. То есть прекрасно, да? И teşekkürler. Спасибо. Друзья, у нас еще вот второй вариант был. Мы говорили, что можно использовать принадлежность, да? А здесь получается sizin yaşınız kaç говорим. Ваш лет сколько? Если хотите, и так спрашивайте, без разницы. А наше правило что было? Какой вопрос и такой же ответ. Какой порядок слов, такой же в ответе будут. Sizin, ваш, тогда я должен сказать мой, правильно? Потому что на вы и потом я будут. Sizin, benim, yaşınız, yaşınız, это ваш лет, а я должен отвечать мой лет, ну, как будто, да, то есть мы переводим, конечно, мне столько лет, но пытаюсь вам объяснить дословно, как будут. И kaç, 30. Sizin yaşınız kaç, сколько вам лет? Benim yaşım 30. Или можно сократить, да, yaşınız kaç, yaşım 30. Yaşınız kaç, yaşım 30. Наш вопрос. Sizin yaşınız kaç? Ответы. Benim yaşım... Извините, здесь должна была бы маленькая буква. Benim yaşım 15. Как будут? 15. 15. Benim yaşım 15. А если тебе 22... Тогда senin yaşın 22. Onun yaşı, как будет 9? 9. Onun yaşı 9. Bizim yaşımız 19. Нам 19, да? Sizin yaşınız, замечаете, используем всегда окончание принадлежности.
Это ваш, поэтому ınız. Видите? Sizin ınız. Sizin yaşınız 35. Onların yaşı или yaşları 20. 20. Надеюсь, это все понятно было, друзья. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Görüşürüz.